За эти полтора года я 4 раза была в Москве, 1 раз в Екатеринбурге, в Сочи я слетала за эти полтора года. В этом году 4-я годовщина. Нет, в прошлом на трехлетие ездили, да. 4 раза была в Москве, там была годовщина, первая была годовщина компании, первый раз я полетела в апреле, потом сейчас 4-я годовщина, потом в перерыве 2 раза я слетала в Москву, и я это делаю за свои деньги. Многие говорят: почему тебя компания не оплачивает? За хорошую жизнь надо зарабатывать платить. Зарабатывать надо, чтобы оплачивать. Да, надо зарабатывать, а то многие так говорят. Станем транспортерами, будем путешествовать за счет компании. Вот сейчас Сингапур. В этом году 7 стран будет мероприятие. И когда Леонид Григорьевич Моргунов сказал со сцены, он говорит: я сам не понимаю, к чему нас приведет эта компания. Он сам внутренне, Даша, вот я сама на самом деле, вот когда, кстати, когда меня Наида в эту компанию приглашала, она мне говорит: тетя Лена, говорит, знаешь, говорит, у тебя может такое случиться, что ты, говорит, сама того не осознавая, у тебя на твой личный кабинет сядут баллы. И это будет. Потому что через интернет многие заказывают, и они могут наткнуться на ваш ID-номер, поэтому делайте через новый сайт, на ссылки отправляйте, WhatsApp, статусы. Ставьте свои личные тестирования, WhatsApp, статусы, работайте усиленно. Если вы пришли сюда за результатом, надо работать. Мы многие говорим, что этот бизнес легкий. Это не легкий бизнес. Легкий, да безумие легкий, но тяжело переубедить некоторые стереотипы людей. Вот у меня сейчас вот зарегистрировалось через 2 года и 2 месяца, моя родная сестренка зарегистрировалась, катастрофически, категорически была против, даже на мои результаты. Но она сделала уже на 300 единиц, она знает, ну, она говорит: я тебе не обещаю, но знаю, что поддержу. Поэтому, если ваши родные вас прям катастрофически игнорируют, не доставайте. Оставляйте, работайте. Оставляйте любому человеку, который вам звонит, оставляйте двери открытыми. И сами активно работайте. Если вы пригласили 5 человек, вам отказали, стухли, вы неправильно сделали. Работайте дальше. 1000 делайте 1000 предложений, один из них выстрелит, один лидер. И вы уже можете. Я вот на самом деле, у меня более, наверное, 2000 предложений я точно сделала. Работающих мало. Надо работать в компании. Вот сейчас я очень хотела бы у вас узнать, что, если не компания Greenway? Из всех сетевых, 70 российских сетевых компаний, я сама в 20 лет была в сетевых компаниях, там нету нигде такого дохода, ну нету, есть дополнительный доход. Здесь вы, употребляя свое личное пользование, моете волосы, кремами, сейчас вот появилась прекрасная продукция, и вы зарабатываете. Это бизнес без риска, без продаж и без... Я не знаю, как вот можно просто в удовольствие. Вы видите как? Это же классно! Аплодируйте! Просто будьте в этой компании. Если у вас даже нет результата, просто будьте потребителем. К вам люди придут. Мне через 2 года пишут. Потому что я активно работаю. Сейчас я вам хочу представить мыло. У нас появилось свое собственное мыло. Не ручной, ну как, если у нас было мыло ручной работы, сейчас у нас хозяйственное мыло.